Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. С 1 по 4 марта в Самаре проходит фестиваль «Дни города Тханьон». Укрепляем культурные и деловые связи с Кореей. В субботу в Доме культуры «Заря» можно посмотреть выставку прикладного искусства «Работы мастеров из города Тханьон». Время работы выставки с 12 до 20.00. А вечером 4 марта всех приглашают на концерт камерной музыки. Выступает ансамбль «Звуки Тханьона» и творческие коллективы исполнители Самары. Дом культуры «Заря». Проезд 9 мая 16. Вход свободный. В воскресенье отправляйтесь на фри-маркет. Это бесплатная ярмарка, на которой можно принести ненужную вещь, но приличную, которая может кому-то пригодиться, и оставить для людей. Взамен можно взять себе то, что уже принесли другие. На ярмарке принимают хорошие чистые вещи, одежду, прочитанные книги, аксессуары, исправную домашнюю утварь и все что угодно. Будет проводиться сбор батареек, лампочек, ветоши, пластика и макулатуры. На утилизацию и переработку. Кроме того, в программе бесплатные кулинарные мастер-классы, выступления артистов, поэтов, кинопоказ, настольные игры и развлечения для детей. Начало в 14.00 ТРК «Вивалэнд», 4 этаж возле кинокасс. Вход свободный. В Самаре в музее модерна произойдет революционный взрыв. Открывается выставка, посвященная революции 1917 года. Уникальность экспозиции в том, что она будет работать на протяжении всего 2017 года. В течение этого времени экспозиция будет менять свое содержание, синхронизируясь с событиями революции. При этом пространство вокруг будет меняться, разрастаться и включать в себя новые экспонаты. В октябре организаторы планируют распространить выставку на весь подвал музея модерна. Первая часть выставки, которую уже можно посмотреть, посвящена февральской революции. Музей модерна, Фрунзе 159. На сегодня все. Отличных вам выходных и хорошего настроения!